Работает вентилятор, есть фонарик и реально работающая камера. О-о-о! Маленькая игрушка Визард Бонни смотреть сидит. Кто бы это ни был, он раздавил Бонни! Да как ты посмел, оно вылазь из тачки? Надеюсь, не пустые коробки. Пожалуйста, не надо. Не хочу пустых коробок. О-о-о-о-о, не-не-не, все, я туда не пойду. Бро, ты хочешь нападать на охранник? Я тебе помогу, я тебе дверь сейчас открою, давай, заходи. Мы его грохнем вместе. Всем море приветов, друзья и гости, конечно же, моего канала. Всем богогашечки в ваши окна. Нептун здесь, сегодня рубрика FNAF пародии или FNAF фан игры. Вот, сегодня будет Sinister Hacked. Значит, это ремейк-версия. У этой игры была еще оригинальная версия, но разработчик ее удалил и сделал, по сути, сам ремейк на свою старую игру. Будем уже играть в обновление. Игрушка относительно старая, но здесь тоже можно поиграть за аниматроников. Эта игрушка выходила еще до FNAF симулятора, поэтому мне будет любопытно узнать, как раньше можно было играть за аниматроников. Ни хрена себе! Вы видали эту десантуру? Бонни просто как десантник прыгает с крыши. И такой, хопа, не ждали, а я здесь, бам! Только вот гитару свою потерял. Так, у Фредди что-то с челюстью, Чика вылазит из вентиляции. Фоксян тут угрожает мне своим крюком, аккуратно, чувак, можно и поцарапать. А Спрингтрап вообще на себя не похож, слишком зубастый. Ладно, мы здесь можем выбирать, за кого играть. Фредди, Бонни, Чика, Фокси, Спрингтрап. Ну, наверное, за всех поиграем потихонечку. Давайте, пожалуй, с Фредди начнем. Так, аниматроник Фредди Фазбир. Статус, его хакнули в феврале 1997 года. А Фредди Фазбир пиццерия закрылась в июле 1983-го. Хорошо. Ну, мы типа его взломали и будем за него играть. Так, все, activated. Давайте. Activated Freddy. Во! Блин. Так, тихо. А то курсорчик у меня вылетает на экран. Реально, смотрите, Фредди... Ой, привет, Чика. Привет, Бонни. А почему это... Почему они все такие поломанные? То есть сейчас 97-й год, я так понимаю, да, на дворе? Так, это, видимо, пиццерия, главный зал. Хотя она, наверное, заброшена. Боже, что там со стеной? Она отваливается и... Люди ничего не нашли умнее, чем просто стульчик прислонить. Такая, знаете, подпорка под стену. Ну, просто шикарно. Welcome to the band. Visit Freddy Fazbear. Так, а в 97-м году был какой ресторанчик? Кто-нибудь в курсе про сюжет? Ну, судя по тому, что он заброшен, скорее всего, здесь охранника нет. Наверное. Хотя я не уверен. Можно выйти? Ау, нельзя. Так, время 12 часов. В любой момент я могу выйти. О, это туалет. Боже, как здесь засрано. О, нифига. У меня даже тело есть, смотрите, я могу. Я могу ходить. Я могу смотреть на себя. Ну, это, конечно, не в новинку во FNAF симуляторе в 3D-шном, да? Тоже можно смотреть на себя, но... Эта игра вышла до FNAF симулятора, до того, о котором мы все знаем, поэтому... Для своего времени игрушка была классная. Можно ручки помыть, правда, зеркала нету. Растащили все. Так. Что еще здесь есть? Все заросло. Все заброшено. Вот поэтому, наверное, аниматроники все такие поломанные. Они много лет стояли здесь, на сцене. У них отваливались запчасти. Все у них разбитое. Но при этом камера работает. Да? Так. Здесь, по идее, коридор к охраннику ведущий, да? А, реально, смотрите, охранник здесь, по идее, сидит. Работает вентилятор, есть фонарик и реально работающая камера. То есть за столько лет все разломалось? Так, а можно как-то активировать? Это дело нет. На F, на пробел, на Shift, на Ctrl. Ничего не работает, на Enter тоже не работает. Дверь разбирать нельзя. Это очень странно. Все аниматроники развалились, пиццерия вся заброшена. Обветшала. Стены отваливаются, но при этом камера работает. Вот что значит техника, да?
Советская техника. Работает на века. Есть шкафчики, вот смотрите, коробки. Надеюсь, не пустые. Надеюсь, не пустые коробки. Пожалуйста, не надо. Не хочу пустых коробок. Воу-воу-воу, не-не-не, все, я туда не пойду. Я туда, блин, не пойду. О, а это Фоксиан. У меня тут отдельная пиратская бухта построенная, да? Так, стволики, стулья. Здесь можно было посидеть. Попить чай, попить сок, да, пообщаться за жизнь. А рядом Фоксиан вас развлекает. Круто. Так, что есть еще? Так, блин. Нет, не хочу смотреть, не хочу. Я просто подумал, может, там что-то лежит, там шарики, игрушки. Нифига. А это, видимо, магазинчик, да? Здесь можно было купить сувениры, разные игрушки. Но давно все уже растащили, воришки все расхватали. О, кухня. И кровь. И кухня. Так. Ух ты, вы только посмотрите. Тут даже пицца есть. Причем она совершенно свежая. То есть, видимо, кто-то на этой кухне совсем недавно сделал пиццу. Возможно, ну, бездомные обитают здесь и готовят. Ну, это, блин, прикольно. Так, а это кровь. Там, наверное, спрингтрап. Вот, стены отваливаются нормально. Да, реально, спрингтрап и... Голден Фредди. Тут даже есть картинка Голден Фредди, реально. Кровь, то есть Спрингтрап совсем недавно создали, совсем недавно сюда кого-то запихнули. Хотя, если верить, вроде как, по эндоскелету, внутри там вроде нет тела. Или есть? Вот это оранжевое. Вот это фиолетовое, это по-моему, кости, да? Внутри. Жесть, просто жесть. И безголовый Фреддик. Голден. Забавно. Кирпичи отваливаются, друзья. У вас пиццерия нуждается в ремонте. Ну, в принципе, я везде был. Пожалуй, можно пойти в менюшку, посмотреть игру за Бонни, давайте. Так, не ругайся давай, Бонни, не ругайся. Так, его хакнули тоже. Дата май 1997, а до этого был какой? Был февраль. Тоже 97, да? То есть февраль, это как бы, это был второй месяц. Ну, а май 5, то есть это чуть-чуть подальше по времени. Но в этом же году, да? Слушайте, а пиццерия-то другая. О, Бонни, рука есть. А, ща хапну кого-то. Так, курсорчик мешает. Ща кого-то схвачу рукой своей. Камера работает. Странно, что Бонни здесь один. Тут просто, смотрите, стулья. Все пялились на аниматроника Бонни. Хорошо, что людей нет. Так бы сейчас всем бошки поотрывал. Да ладно. Там охранник есть. О, стол, это уголок интроверта, смотрите. Идеальное место, да? Для интроверта. Слушайте, реально, смотрите, охранник сидит. Так. О, маленькая игрушка Wizard Bonnie, смотрите, сидит. Здорово. Так, шкафчики открыть нельзя. Пустую коробку смотреть даже не буду. Так это фиолетовый парень. Эй, чувак, он наблюдает за Wizard Bonnie. Можно... Нет! Его можно убить! Его можно завалить! Круто! Так, давайте еще раз поиграем. Я просто хочу посмотреть, что там дальше. Причем наш Бонни может бегать на Shift. Так, дверь приоткрыта, но зайти не могу. Там вроде как туалет, возможно, уборная, да? Ага, вот еще один туалет. Ну, мягко говоря, они такие здесь неубранные. Но здесь, по идее, пиццерия-то нормальная. Не заброшенные, стены не падают, растения нигде не просочились на стены. Даже есть ночной охранник. Тогда почему у них не убрано в туалетах? Посмотрите, ну жесть же, все загажено. Да, ребята, с уборкой у вас явно проблемы. О, здорово. Спрингтрап. Он ждет момента, когда охранник потеряет бдительность и нападет на него, да? Бро, ты хочешь нападать на охранника? Я тебе помогу. Я тебе дверь сейчас открою. Давай, заходи. Мы его грохнем вместе. Нет? Блин, нельзя. Зато можно найти игрушки. Игрушка Фреддика и Бонни. Классно. И голова Фредди в коробке. Вот это уже коробка не пустая. Уже нормальная. Не так страшно. Так, ну здесь все, я посмотрел. Смотрите, он по камере смотрит. Он знает, что я ушел. Почему он дверь не запирает? Ему что, на меня вообще наплевать? Чувак. Чувак, ку-ку, кукусики. Все, убили.
Так, пришло время поиграть за Чику. Посмотрим, что с ней. Так, Чика Чикин. Хакнута в апреле 1997 года. Да, статус? Фредди Фазбир горит. Да, реально горящий ресторанчик. Да, это же, помните, это вот так начинался Реборн, по-моему, да? Или, подожди, финальные ночи начинались с горящего ресторанчика, я помню. Там вон какая-то машина вдалеке. Ящики, видимо, взрывом выбросила нафиг. Я Чика. Такая безрукая визора Чика. А можно внутрь попасть? Нифига! Представляете? Там что? Подожди, там голова. О, сколько коробок, не буду на них смотреть. Блин, там какая-то голова, дайте пройти. Там голова аниматроника. По-моему, голова Чики, да? Или... А, голова той Чики, скорее всего. Блин. Чё за дела? Блин, невидимые стенки мешают. Ладно, пойду по дороге. Там вон тачка какая-то есть. То есть я сбежал с этого горящего ресторанчика? Так, опа, заправка. Фазбир Фрайд же, да? Фрайд, да. Это же аттракцион из FNAF 3, правильно? Он не горит, нормально. Как седу в тачку, да уеду, откройте. Кто здесь машину заправляет, а? Заправку. О, Кока-Кола! Телевизор. Блокнотик. Реально, кола. Это не Кока-Кола, правда? Обычная кола. Ну, здорово. Так, за зданием что-нибудь есть? Ничего. Надо себя заправить. О, боже. Фиолетовая тачка сбила фиолетового аниматроника. Это Бонни? Кто бы это ни был, он раздавил Бонни. Да как ты посмел? А ну вылазь из тачки. Сейчас я тебе бошку откушу. Как ты посмел задавить моего братишку? Ладно. Там вот. Подарок принесли в коробках, да? Что ты? Так. А зайти нельзя. Ну, видимо, это все, все декорации, да? То есть можно поизучать, побегать. Блин, зачем они Бонни задавили? Так, давайте в менюшку вернемся обратно. Так, у нас остался Фокси. Так, Фокси пират. А даты нет, кстати. Ну, написано, что много лет после пожара. Это где? Это что, дрова? Так, реально, я Фоксиан. Ну, это та... Это та же пиццерия, в которой я был за Фредди. Только она еще больше развалена. Тут раньше, помните, столики стояли. А теперь все разбито, все развалено. Ящики открыты, упали, какие-то коробки те же самые. Ну да, это еще больше лет. Еще больше лет прошло. Холодильники, плитку. Пиццу даже съели, представляете, пиццу съели. Она же стояла. Там птички летают всякие. О! Трап. Спрингтрапа нет, понятно. Голден Фредди тоже нет. О, светло. Он птичка сидит. Привет. Ворон. Ворон. Где все аниматроники? О. Продолжение следует. То есть я просто вышел и как бы все. Наш Фоксиан, короче, убежал гулять. Ну вот, у нас Спрингтрап остался. I always come back. Да, ты always come back. Так, аниматроник, Insane Спрингтрап. А, Insane, то есть безумный Спрингтрап. Дата. Годы позже. Режим кошмар. Давайте активируем, посмотрим на кошмарного Спрингтрапа. Оба-на. Увидали, там был Фредди. Он за мной наблюдает. Так, тихо. Моя задача... Time to find him. Время найти Фредди. О боже, коробка. А, я на пустая, а, там кровушка. Так, тут ящик. Я не перепрыгну, не смогу его перейти. Наш Спрингтрап прыгать не умеет.
Во, Фредди! Но он же только что меня звал. Почему здесь лежит? Фреддик? Фреддик, подъем! Хватит бухать, вставай! Так, вентилятор. Причем работает до сих пор. Но этого Фреддика можно обойти. Так, и этот шкаф обошел. Здесь у нас ничего. Что? А! Я что, за Фредди играю? Я думал, я за Спрингтрапа играю. Так, а, мне нужно его догнать. Я понял. Так, стой, стой. А там решетка! Как? Как он сквозь решетку-то прошел? Кто мне может это объяснить? Так, пойдем в обход. Тут тоже, блин, решетка. Так, тебе от меня не убежать. Подлый Спрингтрап. Вон, нашел тебя. И что это было? Он меня грохнул или я его? А, уничтожить Фредди теперь не нужно. Ха-ха, я ему минус челюсть сделал. А, так теперь он стал теперь Игнайтед Фредди. Помните Игнайтед Фредди? У него не было нижней челюсти. Вот он. То есть Спринг... О, у меня есть топор. Спрингтрап грохнул Фреддика. Так, моя задача его уничтожить. Я уже разбил, видимо, Чику. Бонни. Теперь черед Фредди. Подыщ. Так, вопрос. Кто выиграл? Спрингтрап? Либо Фредди? Ну, не знаю. Давайте выберем Спрингтрап, наверное. Так. Время уходить. Они все уничтожены. Говорит нам Спрингтрап. Куда уходить? Да, я всех переломал. Мы уходим в фиолетовую область. Я полностью прошел. За Спрингтрапа. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. В итоге Спрингтрап здесь оказался, ну, этот кошмарный Спрингтрап. Инсейн Спрингтрап. Оказался, видимо, главным злодеем. Всей этой небольшой FNAF пародии. Блин, очень необычная. Прикольная коротенькая игрушка, где можно было поиграть за разных аниматроников. В этой игре есть продолжение под названием Sinister Hacked Origins. Я в него тоже потом поиграю. Но давайте все-таки посмотрим, что же будет, если мы выберем, что победил Фредди, а не Спрингтрап. Та-дам! Кто же все-таки победил? Так, давайте выберем Фредди. Так, он, в общем, уничтожен, Спрингтрап. И мои друзья тоже погибли, говорит нам Фредди. Довольно печальная концовка, да, вот он, Спрингтрап. И мы всадили топор в бошку, все. Его больше нет, но он убил Чику и Бонни. Зато остался наш Голден Фредди. Привет, бро. Ну, концовка, видимо, такая же. Но это немножко получше, конечно, концовка. То есть Фредди, по сути, добрый аниматроник, он победил злого Спрингтрапа. Ну все, друзья, на этом я завершаю наше прохождение. Ссылочка на эту игрушку будет в описании под видео, можете ее скачать и тоже поиграть. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. В колокольчике всегда ставьте все уведомления, чтобы ничего точно не пропустить. И проверьте, чтобы колокольчик у вас стоял. Желаю всем добра и позитива, друзья. Всем пока-пока.